Здравствуйте. Телеведущий Юрий Николаев с женой Элеонорой нынче нечастые гости светских мероприятий. Время они предпочитают проводить в своем загородном доме. Но недавно любящий супруг вывез свою Лялю, так он ее ласково называет, в город и сводил в кино на новый фильм Алексея Пиманова. Николаевы предстали перед светскими фотографами, держась за руки. 75-летний телеведущий в белой рубашке, несмотря на жару, застегнутый на все пуговицы, серых джинсах и адидасовских кроссовках. Его 72-летняя спутница в миленьком летнем платьице в черный цветочек. Темные леггинсы и носки так выбивались из образа, что на них сразу обратили внимание блюстители гламура. Дескать, с огорода на бал, что ли, явилась. Обсудили также пигментные пятна на лице Элеоноры Александровны. Мол, в наш век мезотерапии и пилингов этот вопрос вполне решается, зачем же дело стало. Невдомек сплетникам, что далеко не все судорожно гонятся за ускользающей молодостью, а спокойно принимают возрастные изменения. Юрий и Элеонора Николаевы в следующем году справят золотую свадьбу, и за это время прошли рука об руку немало испытаний. Вторая жена стала для ведущего счастливым талисманом. Сразу после их скромной свадьбы телекарьера Николаева рванула в гору. С популярностью и деньгами к Юрию наведался и зеленый змей, а бороться с ним долгие годы пришлось верной спутнице жизни. Из-за этого у них нет детей, зачинать ребенка в алкогольном угаре Элеонора не хотела. Предохранялась, а когда с зависимостью общими усилиями справились, уже не получилось. Тонко чувствуя мужа, Николаева несколько раз, очень вовремя, отправляла его обследоваться. Так у телеведущего вовремя обнаружили аневризму аорты, а потом и рак. Тем ценнее, что Юрий Александрович верен когда-то сделанному выбору и, в отличие от многих известных мужиков, не польстился на чьи-нибудь юные прелести. Несколько лет назад Станислав Садальский признался многочисленным подписчикам, что прибегает к уколам красоты, дабы выглядеть моложе. Элемент профессии обязательно. Чтобы не быть как Юрий Николаев в бородавках старческих и родинках, объяснил артист тем, кто застыдил его за такое внимание к своей внешности. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.